Тихо. Во! Сейчас они будут драться между собой, а мы понаблюдаем. А, смотри, за мной пошел. Дурачок, я ж тебя убью. Ты чё? Ты не знаешь мою сверхспособность, слушай, чувак. Да, ё-моё, чё вы на меня все напали-то, алё? На, получай, пока ёшка. Всё, сейчас у меня... Ах, не успел я супру свою включить, ёлки-палки. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Brawl Stars. И играем мы сегодня за Поко. В прошлой серии я выбил нового бойца, как вы знаете. Это был Поко. И сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, что творится. Давай-давай, сейчас подзорвется тебя. Ой, нормально. Так, этот забрал, да, гад, а? Гаденыш, а? На, получи. Смотри, ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, банку я не забрал, забрал Бул. Ну так бывает, когда вот в начале игры играешь. На, получай, сейчас я его убью. Да куда ты там убежал, дурачок? Я же знаю тебя, что ты здесь стоишь. О, ты понял? Сейчас он выбежит, подожди. О, побежал. Ах ты, ё-моё, убегает, смотри, гадёныш. Тихо, нарвался я на этого миньона. Так, миньон убил его. На, получи. Так, ёлки-палки, что делать? Давайте я здесь пока постою. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Давай, может я его убью, конечно, может быть и нет. Что навряд ли, конечно. Ё-моё, смотри, какой он хитрый, а. Ой, у меня осталось совсем чуть-чуть. Нифига себе, чуть не умер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас будет взрыв. Да, подфигачили меня. Так, столкновение с этим, с как его, господи, название это, с этим дурачком. Все, его убил, Кольт это был. Ой, я сейчас только вспомнил. Да, вот когда играешь, это уже и название бравлера забываешь, когда такая напряженная ситуация. Да, это был Кольт, мы его убили, хорошо, играем снова. Вот это Поко, вот это молодец. Мы выиграли, смотри. Так, ладно, сейчас постоим, посмотрим, куда они побегут. А, о, так, а ну-ка, я сейчас сюда встану. И вот этого сейчас убью. Есть, убили мы. А, Кольта, это был Кольт. И забрали две банки. Вот так вот, ребята. А, вот так вот бывает. Видишь как? Так, тут турелька стоит. А, значит, нам нужно от этой турельки отойти немножечко сюда вниз. Ох ты, столкновение. Так, я успел сюда спрятаться. Так, вон у нас игрок. Я вижу, слева где-то бегает. Мы сейчас будем ждать, пока он сюда подойдет. Наверное, может быть нет. А, вот, это у нас Джейки. Это ее турелька стоит. Поэтому она будет возле нее ходить постоянно. На, все, я показал, что я здесь стою. Специально, чтобы она бежала за мной. Так, тихо. Есть. На, получи. Еще один удар. О, она сейчас умрет. Сейчас, о, все, она погибла. И отдала две баночки свои. Хорошо, мы уже второй раз выигрываем, представляешь, когда? Ой, а тебя, дружище, я попрошу поставить лайк этому видео. Я знаю, ты поставишь, дорогой друг. И, конечно же, подпишись на мой канал, Duda Play. Вот. На моем канале много выходит всяких интересных по Brawl Stars серий. Еще я играю с Stack и Play, поэтому подписывайся. Есть ролики вместе с Stack, где когда мы играем. Так, чувак, смотри, с балайкой. Так, с балайка тоже рядышком ходит. Так, давай здесь встанем. О, у меня интернет пропал, ребята. Вот видишь? Это плохо. Что с интернетом, алё? То, что все на самоизоляции стоят обычно, сидят. Все сидят на самоизоляции и пользуются интернетом. Я так думаю, почему проблемы с интернетом. Вот. Так, тоже Поко. Покушечка. Покуюшечка. На, получай, покаюшка. Так, я знаю, у нас есть способность, мы можем хилиться. Неплохо так. Так, ну у нас пока три бойца. А, понятно. А, три бойца, это я получается, вот это Поко, да? И еще какой-то злодей, который где-то прячется. Я думаю, он прячется где-то здесь. А, сейчас посмотрим. Нам нужно стравить их.
А, вот, это Дэрил, Дэрил был. Вот, нам бы их стравить. Ох, нифига себе. Тихо, тихо, тихо. Во. Сейчас они будут драться между собой. А мы понаблюдаем. А, смотри, за мной пошел. Дурачок, я ж тебя убью. Ты чё? Ты не знаешь мою сверхспособность. Слушай, чувак. Да, ё-моё. Чё вы на меня все напали-то, алё? На, получай, пока ёшка. Всё, сейчас у меня... Ах, не успел я супру свою включить. Ёлки-палки. Дэрил выиграл. Да. Пока, пока. Который... Злодей. Бандит, который. Что ж ты... Что ж ты дерешься-то с Поко? Ты должен быть более таким, сказать, толерантным, что ли. Не драться друг на друга. Ну, мы же Поко, мы же братья. Ах, брат, брат. Ну, такой вот брат оказался и не брат. А какой-то дурачок, я так считаю. Я считаю, что это дурачок. А вот это вот тоже дурочка ходит. Я тебя сейчас зафигачу. Ах, убежала все-таки она. На, есть, готово. Забираем. А где еще вот одна банка? А, это чувак банку забрал, слушай. На, давайте. Немножечко. О, так, чувак. Есть. Тихо, 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 я сейчас тебя убью. Мне еще один удар тебе. Да что ж ты убегаешь-то, гад? Ага, не убежишь ты от меня. Ты от меня не убежишь. Ах, убил меня, в смысле? Ё-моё. У нас одинаково, кажется, банок было. Что у него, что у меня. А он меня убил. Ну, наверное, он просто прокачанный, я считаю. Более лучше, чем я. Поэтому у него удары сильнее. Ну, ладно. Посмотрим, последим, что он будет делать. Ну, почему ты боишься, чувак? Не бойся, иди в бой. Меня, значит, убил, а сам бегает. Он сейчас нарвется, что его либо хлопнет метеоритик, хлопнет, или он задохнется в этих в отравлениях. Непонятно, что у него за план такой, что за тактика. Он думает, что враг умрет сам по себе, что ли, от скуки? Да, вот мне интересно, и второй персонаж, почему он... Чего он там где-то он сидит? Непонятно. О, вот, вот, сейчас получишь, смотри. На, вот дурачок, смотри. Я не понимаю логику игры этого игрока. Логику его. Смотри. Он видит, метеорит летит, и он стоит. Все, и он сейчас получит лещей. А нет. А, хитрый какой, смотри. Ах, какая тактика у него интересная. Ладно, играем снова. Тактика у него была интересная. Стоять, ждать, чего ждать. Он выжидал, наверное, чтобы уменьшилось поле боя. Только для чего? Так, Нита, 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 Нита. Нет, она на меня не хочет идти, а почему? О, дурачки, дурачки, я сейчас вас вот убью. О, видишь как? И вот этого сейчас еще один раз. Все, и столкновение сразу, так быстро, алло. Ладно. Надо искать врага. Видишь, я не стою, я не жду. Я иду искать врага. А какой бой... Ой. А какой боец против меня? А, Кольт. Ой-ой-ой-ой-ой. Кольт это нехороший. Так. На, получай, Кольт, вонючка. Тихо-тихо. А-а-а, все, смотри, убегает теперь. Гаденыш. На! Есть, убил, убил, убил. И на такой маленькой жизни, на миллиметрике я был. Ну что ж, я его убил. Хорошо. Ребята, у меня уже 8-й ранг у Пока. О, еще и жетоны дали. Нифига. А жетоны, может быть, всегда дают, когда ты первое место занимаешь? Вот это вот интересный вопрос. А напишите в комментариях, мне интересно. Так, ладненько. Пока, ёшка, смотри. Он на меня решил идти. Не, ну не дурачок. Вроде бы как братья. На, получи. На. Ну чё? Промахнулся ты, во-первых. Ты, во-первых, промахнулся и умер. Да. Тихо-тихо-тихо. Зачем? Нет. Ладно, там этот банка есть, я вижу. А, и банку уже забрали. Банку уже забрали. На, получай. Ой, хорошо, как я. Я забрал целых две баночки. Так, играю против этого чувака. На, получай, получай. Да ё-моё. Иди сюда, не убегай. Ха-ха-ха, боится. Так, ну у него там сверхспособность есть, я знаю. Он прыгает.
А я буду за деревом стоять. Ага, кто кого? Ну, у меня-то три банки, ё-моё. Давай сейчас подождем. Надо его загнать куда-нибудь в угол. Слушай, алло, ну в натуре. Вот, в уголочек мы его сейчас загоним. И он не сможет этот самый... Сейчас, в уголочек мы его. Ха-ха-ха. Все. Главное, чтобы он не прыгнул. Да, я его сейчас буду прижимать просто, я смотрю. Так, ё-моё. Ну все, ты трупик. Он знает об этом или нет? Все, я его убил. Ха-ха-ха. Да, 10 кубков я заработал. Посмотрим, сейчас дадут мне жетоны или нет. Давайте, ребятушки, посмотрим. Так, смотрим. Нет, смотри, боевые жетоны закончились. Да как так? Так, она здесь потихонечку наполняется. Все потихонечку, все наполняется, ребятушки. Ну что ж, дорогие друзья, будем, наверное, заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Это был Dudaplay. Это был Poco, мы вместе играли, было очень здорово, было очень интересно. И я надеюсь, ты поставишь лайк этому видео и, конечно же, подпишешься на мой канал. Если ты подписался, если ты поставил лайк, напиши комментарий. И я тебе отвечу специально, да, посмотрю ролик, специально отвечу тебе. А также, если хочешь, в следующем ролике я тебе передам привет. Окей, договорились? Ну ладно, всем пока-пока тогда, до новых встреч.